Подключать я ее буду к обычному 12-вольтовому автомобильному аккумулятору. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная самоделка. Я покажу, как же сделать нехромовый резак, либо, как его еще называют, электронож из подручных материалов. Делать я буду его для того, чтобы вырезать из большого куска пенопласта цифру ребенку на день рождения. Также данный резак может вам помочь и в строительстве, при утеплении домов, чтобы вырезать пенопласт какой-то нестандартной формы. Так что, если вам интересно посмотреть, какой же резак у меня получился, поехали! Для изготовления резака мне понадобится два электрода. В моем случае это электроды четверка, но лучше, конечно же, использовать пятерку, он и жестче, и на нем будет проще нарезать резьбу. Также кусочек деревяшки, который я буду использовать в качестве ручки. Ну и, конечно же, самое основное, это нехромовая спираль, которую я взял из обычного обогревателя. Так как резак наш 12-вольтовый, спираль можно извлечь из обычной сечи накала. Проверим, работает. Для начала нам нужно очистить электрод. Очищается он довольно-таки легко с помощью обычного молотка. После того, как мы очистили наш электрод, нам нужно нарезать резьбу. Не будем надолго затягивать, вот такой вот резак у меня получился. В ручке сделано было два углубления, друг напротив друга, в которые были вложены электроды и зафиксированы обычным металлическим хомутом через пластиковый изолятор, чтобы не было короткого. Также электроды были отогнуты на расстояние 330 мм друг от друга. Вот у нас спиралька здесь стоит. Подбиралась все опытным путем, смотрел я, как нагревается спираль, и разгибал на нужную мне величину. Также здесь прикручен провод, все на гаечках для более удобной фиксации. Здесь, конечно же, можно установить обычный тумблер для удобства работы, включать-выключать его, но мне пока это не нужно. В принципе, вот такая вот нехитрая конструкция, которую можно сделать буквально за считанные минуты. Вот так выглядит спираль в работе, подключена к аккумулятору. Приступим к испытанию. Вот такой классный резак, друзья, можно сделать буквально за считанные минуты, который пригодится вам как в строительстве, так и в декорировании. Так что, если вам понравился наш резак, ставим лайки, пишем комментарии, ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал. Ну а на сегодня это все. Всем удачи, пока!